Всем привет, с вами Гратко, и сегодня мы продолжим играть в игрушечку под названием Planetary Annihilations или Annihilation Titans. В общем-то, титанчики. Да поэтому, наливаем чаёк, мы сажимся поудобнее, сегодня у нас будет... РТСовский, тактикульный, наконец-таки, полноценный контент. Правда, пока что мы играем на среднем уровне сложности. Я не знаю, можно ли тут вообще поменять во время компонента. Скорее всего, нет. Ну да и ладно, ну да и не суть. В прошлой серии мы остались на моменте, где мы затащили, вот как вы видите, две планеты. Хотя на вторую планету мы не летали, нам-то это было не обязательно, поскольку искусственный интеллект, он не настолько сильно давил, чтобы мы куда-то отправлялись. Но я вам успел все-таки показать, как именно действуют эти все вот эти вот портальчики. Поэтому переходим по аннотации справа в верхнем углу, смотрим, там будет весело. А, ну затащили мы, конечно, две планетки. Да, надыбали вот эту вот технологию, полная технология ботов. Я наконец-то вам покажу, что будет, если мы полностью прокачаем какую-то из вот этих вот веток. Это полная прокачка, по крайней мере. Есть первая технология, есть вторая. Так, ну и что дальше? Дальше я пока не знаю. Либо прыгаем на еще одну двойную планету, либо же будем захватывать мелкие, получается, планеты. Давайте, знаете что? Давайте снова на вторую. Прям ближе к центру, а чё бы и нет. А давай. А вот оно что. А у нас тут фактори херактори. И это, как я понял, у нас уже будет босс. Я, если честно, играл в основном в песочницу, либо же в мультиплеер. Поэтому я вот эту вот кампанию с вами вместе прохожу. До этого я не знал, что вообще происходит, ну да и ладно. Так, хорошо. Нам на самом деле нужно прокачать технологию, а точнее добавить тут еще одну вот эту вот клеточку. Ну ладно, давайте. Вообще нам на самом деле одна тема очень сильно нужна, но блин. Пока что нам этого не дают, сволочь. А, кстати, все те, кто пьет чаек, либо же едят, приятного аппетита и приятного чаепития. Чах, конфигурация зоны посадки. Ну что, у нас тут получается две планеты, и еще мне не отшибает память. Одна из них это будет... Как ее, какая-то... Ну вот мы сейчас и увидим. Так, одна из них у нас получается лава, ну, магменная, раскаленная, в общем-то. А вторая где у нас? А вторая это обычная... А, ну, вторая это звезда смерти. Окей, если что, звезда смерти тут не просто так нужна. Во-первых, тут дофига еще всяких ресурсов. И во-вторых, как вы видите, тут есть вот такая вот штучка, как вот эта вот, видишь? А мы можем ее прокачать. И, соответственно, этой звездой смерти, как ты уже понял, уничтожить одну из планет. Вообще, в принципе, тут не обязательно именно вот этой штукой уничтожать. Мы можем взять, прилететь на какую-то из планет, и просто взять ее и сместить ее орбиту на другую планету. И просто взять их, столкнуть вместе. Либо же прилететь на определенную планету и просто тупо взорвать. Все, мы, короче, множество у нас тут есть вариантов, как уничтожить планеты. И это отличает эту игру от остальных РТС-ок. В основном там только боеголовка есть какая-нибудь ядерная. Но тут она, кстати, тоже имеется. Так, хорошо. Это все, конечно, весело, но... Давайте вот сюда вот. Мне тут больше нравится, потому что тут рядом есть вот эти вот все ресурсы. А тут как-то с ними беда. Но зато они ближе и безопаснее. Допустим, вот так вот обороняемся, и все будет замечательно. Не-не-не-не-не. Вот сюда вот идем. И все, у нас начинается музыка, и аннигилируемся. Так, нужно вспомнить управление. Ну, я, в принципе, и без этого помню. Так, все. Лаградка что-то там зажрался. Слишком много игр у меня идет. Кстати, смотрите, закат. Ну, точнее, восход. Так, хорошо. Как обычно, делаем у нас, получается, завод. Авиазавод. Потом делаем одну вот эту штучку. И вот так вот. И вот. Далее. Далее вот эту штуку крафтим. Они у нас будут патрулировать, получается, вот эту всю территорию, чтобы найти противника нашего. Так, а чё ты не хочешь двигаться-то? Так, ну у нас тоже... Точно? Идешь по всей территории, все хорошо. Эта планета не очень большая. И это я помню. Она тут на самом деле достаточно маленькая. Наверное. Ну, вроде как маленькая, я тебе точно не скажу, ну да и ладно. Так, далее мы вот этих вот пацанов крафтим. 5-6 штучек. Ты вот сюда будешь идти. Да? Где там аниме детектит? Подожди. Где? Тихо! Тихо. Иди вот сюда куда-нибудь. Так, замечательно. Где у нас еще один? Еще одного мы вот тут вот остановили, поэтому давай он куда-то вот сюда вот побежит. И вот это вот мы сразу же заприметим вот такой вот штучкой. Вот.
Дополнительные камеры, если вы не знали. Опять же, можно переключаться межвидово и тому подобное. Это очень достаточно удобно. Особенно если у тебя широкоформатный этот монитор. Ну, 21:9 все дела. Ну, на самом деле, в 16:9 тоже замечательно все это выглядит. Так, хорошо. Может быть, тебе немножечко поближе? Вот прям самую малость. Ну, вот я думаю, нормально. И все, мы можем за ним следить. Вот так вот. И все, замечательно. Он, кстати, достаточно близко от нас. Ну, как обычно, собственно. Так, пацаны, вы что делаете? Вот вы идете и делаете вот эту вот штучку интересную. Вот как-то так вот. Ну, по крайней мере, один из вас. Два пацана будут работать вот так вот. Нам это сейчас обязательно, чтобы наших пацанов просто тупо сейчас не убили. Ну да и ладно. Так, это сколько? Это у нас два идут. Еще два. Блин, ну это слишком много, не жарить сейчас будет. Проблема в этом. Ладно, давай тогда вот так вот сделаем. Раз, два, четыре. Ну вот и как-то так. Давайте побыстрее закончу вот эту вот кампанию сейчас. Точнее, не эту кампанию, а вот эту вот попробуем. Вот этого пацана побыстрее убить. Кстати, смотри, у нас тут даже эта херня остается. Прикольно. Ну, кстати, к нам... А, нет, к нам никто не летит. А, блин, он, скорее всего, захватит вот эту вот историю. В принципе, что мы можем сделать? А мы можем сейчас вот благополучно идти вот на вот эту сторону. И отхватывать вот так вот ее. Построим вот этих пацанов. И далее вот этих вот. Как-то так, наверное. Блин, а зачем я вот такую вот по кругу эту херачишь? Я почему-то думал то, что это, что мне нельзя заступать за него. Замечательно. Лоханулся, ну что могу сказать. Так, хорошо, на вы, пацаны, тут пока что заканчивайте, делайте веселье, вот это все, хорошо. Далее. Далее давайте 5 вот этих и 5 вот этих. Они пойдут патрулировать вот эту вот зону. Ну, блин, нет, мне на самом деле нужно как-то... Как-то вот так вот, что ли, ее... Мы сейчас, в принципе, можем затащить. Пацаны, вот тут сколько вам? Так, как только вы сейчас сюда прилетите, то идите вот сюда вот. Постройте тут вот, вот эти вот две штучки. И сразу же захватывайте вот эту вот херню. Да, давай, чувак, 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 подожди. Иди сюда, вот эту штучку уничтожь. Базятя. Ну, конечно, быстро и все дела, но, как видите, все нормально. Так, хорошо. Опять же, патрулирую вот эту вот зону, нам это очень важно. Так, ты все закончил. С энергией у нас пока что проблем нету, но я не хочу, чтобы они были, чтобы вообще не существовали, поэтому вот так вот сделаем. И, кстати, автозавод, либо где он? Завод ботов, либо... Не, у нас завод ботов. Бота второй. И, кстати, все-таки есть у нас первый левел, и поэтому качайте смело второй сразу же. Это я в прошлой серии не знал. Так, хорошо. Вы тут пока, пацаны, веселитесь. Далее вот такую вот историю провернем. Это на самом деле очень и очень ему сломать всю малину. Не, ну мы его уже выигрываем так-то, по сути. Ведь, блин, смотри, какое говно сюда прибежало. А откуда ты тут взялось-то? Он, видимо, еще не знает, где мы находимся. Вот в чем прикол. Нет, блин. Так, а ты есть кто? Так, ты иди сюда. Уничтожь вот этого чувака. Но он уже увидел нас в любом случае. Он теперь знает, где мы примерно находимся. Так, что тут такое летает? Ну, у него, короче, пацаны не сразу меня нашли. В этом вся их проблема. Так, хорошо. Тут сейчас со всем этим всем справится. Как мой компьютер. Ну, точнее, искусственный интеллект. Так, хорошо. Пацаны сразу же тут начинают страдать херней. Построили вот эту вот херобору. И, блин, печально, что могу сказать. Ну да и ладно, я думаю, то, что все нормально. Блин, вот эта штука, она улетает. Мне это не нравится. Так, подожди. Ты еще будешь сюда летать? У меня будет, куда он еще денется. Не-не-не-не-не. Мне вот, вот как-то вот, вот так вот надо. Пусть они где-то вот тут вот летают в основном. Если тут кто-то будет заходить, то они его тоже попробуют убить. Просто мы слишком близко к ним находимся. Эй, блин, а ты посмотри, что он делает-то. Да это посмотри.
Ты только посмотри на эту срань. И вот это вот на вот эту посмотри. Так, не, подожди, у нас сейчас неожиданная проблема. Неожиданная проблема. Вот эту штуку можешь построить? Блин, подожди. Да не смешно нифига. Не смешно. Сейчас, скорее всего, проиграем. Лаградка такой думал, что ага, мы сейчас затащим. Вот знаешь, что они сейчас строят? Они строят херню, которая будет меня вот отсюда доходить до меня и постоянно херачить. Блин, а. Так, хорошо, пацаны, вы давайте знаете, что сделаете. Сразу же вот эту штуку начнете строить. Эрес. И комплект ПВО. Он у нас где-то вот тут он будет находиться. Так, подожди, это что? Стрелковое оружие наносит орбиталки. Да, это орбиталки, все замечательно. Так, еще где-то у меня тут был пацан, и тоже по орбиталкам, чтобы на всякий случай у нас тут ничего не произошло печального. Так, пацаны у нас летят, все замечательно. Блин, он почти достроил. Это срань. Это срань. А мы ничего сделать-то не можем. Смотри, вот давай попробуем. Давай попробуем хоть как-то ему нанести урон. Он же нас сейчас сразу же уничтожит. Не, ну, в принципе. И в принципе. Мы можем сейчас пока ходить и это атаковать его на всякий случай. А, блин, они успели их достроить. Эти уроды. И что у него прилетело? А, он сразу же хочет освоить другую эту планету. Вот говно, ты куда там летишь? Так, подожди. А что мы делаем? Мы делаем одну вот эту вот штучку. И вторая штучка, которая будет вот так вот страдать херней. А ты куда? Да посмотри, что он делает. Он на нас, короче, херачить пошел. В наглую. Ты посмотри. Ты там не охерел ли случаем? Алло. Ты посмотри, какой он наглый. Так, подожди, это вообще так не катит. Так вообще не катит. Так, 10 штук тогда. Так, и еще одну вот эту вот херню. Так, ты сразу же иди вот сюда вот. И строй вот эту вот штучку. Где-нибудь вот тут вот прям. Я буду вот так вот. А ты, если что, будешь летать и выпендриваться тут. Все, хорошо. Блин, а пацаны-то тут смотри, что делают. Им, короче, не понравилось то, что я так близко нахожусь. И поэтому они строят вот эту вот херню. У меня сейчас самая главная задача, это знаешь, что сейчас сделать? Давай-ка проверим. Блин, смотри, а он уже телепортацию ставит. Это говно. Так, нет, мне нужно, короче, что-то делать с этой всей ситуацией. Чувак, подожди, а это... Прекрати. Прекрати. Не надо. Тебе это не нужно. Так, пацаны тут пока что херню страдают. Эй, блин, подожди, подожди, подожди. Так, ты говно вот тут вот летай. Ты помогай ему достраиваться. И сразу же потом строим вот это вот орбитальные истребители. Так, где-то тут у нас штучка, которая будет нас уничтожать. Ее пока нету. Хорошо, замечательно. Слушай, ну мы его сейчас затащим-то, в принципе. Вот эту вот херню идите атакуйте. Ну все, замечательно. Лети вот сюда и вали их. Так, а пацаны, а что вы тут у меня бегаете-то? Мне нужно вот эту херню уничтожить. Так, а ты вот эту уничтожь. Он уже исследовал, получается, вторую планету, но нам пока это не надо. Да и к тому же мы его уже выиграли, если честно. Не. И ничего ему, короче, все. Ай-е-е. Лаградка победил. Лаградка молодец. Но ему некуда уже деваться. Он не успел построить вот эту вот херню. Она очень важная. Все хорошо. И просто по фану сюда эти поставим. За сколько мы тут минут справились со всем этим? Мы молодцы. Молодцы же. Так, смотри, а он, кстати, это... Бегает от нас, сволочь. Ну, ему это не поможет никоим образом. Чем мы тут делаем? Вот эту штуку по фану поставим. Так, подожди, где мои пацаны? Пацаны, давайте это... Заканчивайте с ним. Блин, а он дальше пошел керачить.
Он тут, короче, стоит, спрятался, срань. Алло, выходи. Подлый трус, говно, иди сюда. Да реально тут прячется. Да ему все, нечего делать. Чувак, алло. Да ты-то там охерел, что ли? Какая срань. Ну и ладно еще. Так, дай мне выбрать-то. Вот он, мне вот это вот нужно. Так, иди сюда и строй вот эту штучку. Так, а чего ты там сделал-то? Ну да, вот он, короче, летает. А, он еще не долетел. А, такая... Так херня тогда. Он еще не долетел, вон там летит только. Это дурак. Сразу пошел планету, если это исследовать, хотя я его тут уже валю. Так, а мы тут, смотри, на расстоянии его херачу. Ну и все. Прощай, чувачок. Давай посмотрим, как тут все пафосно, это все взорвется со стороны. Вы, пацаны, тут пока можете летать, веселиться. И вот так вот все это пафосно взрывается. Ну, он дурачок. Я, в принципе, что мог сделать? Я мог вот этого чувака послать, и мы побыстрее бы его убили. Вот так вот. Затащили. Хорошо, продолжаем войну. Пока что это было легко, если честно. Так, сколько у нас там времени прошло? 16 минут. За 16 минут взяли и затащили всю эту историю. Прикольно и весело. Так, сканируем. Дополнительная ящейка данных. Ну, вот. И командир-помощник. Помощник, который присоединится к вам во время сражения. Не знаю конкретно, что он делает, если честно. Я его так и не использовал ни разу. Ну да и ладно. Что мы можем сделать? Мы можем пойти вот сюда вот. А давайте, а чё бы и нет. Давайте сразу попробуем фиолетовый уничтожить. Потом у нас вон появился оранжевый, кстати. Так, давай, пойдем сюда. Хотя. Давайте пока не будем. Давайте идем сюда. Не битва. Зачем я сюда иду? А чтобы исследовать технологию. А мне она очень нужна. Одна из технологий, это которые дальние вышки ставят. Очень крутая вещь. Ну, вы их видели. То есть ты можешь построить, и это будет типа вышка, которая будет на расстоянии херачить. Так, хорошо, тут у нас одна планетка, поэтому думаю, все будет легко и просто. Какую из этого говна лучше всего выбрать? Мне вот этот больше сейчас нравится. Но с другой стороны, тут рядом нет никаких ресурсов. Тут вроде как они тоже так же не имеются. А вот тут вот... А тут они вот есть. Ладно. Хоть и есть, хоть и нету, но мне что-то все равно хочется вот тут вот обычноваться. Или не хочется. Даже не знаю. Мне не нравится то, что я вот тут вот не смогу пройти. Херовые какие-то зоны. Ну ладно, давайте тут. Аннигилируемся. Чё бы ещё. Давай. Да, я все понял. Давай быстрее. Мы могли в этот момент чаёчек попить, но, блин. Нет времени объяснять и разъяснять и тому подобное. Так, авиазавод сразу же. Тихо. Какой? Не-не-не, мне это не надо. Авиазавод. На вот эту штучку. И потом дальше вот эту. И вот. Как-то так. Ну и типичное наше уже действие. Мы их повторяем каждый раз. Можно, в принципе, посмотреть, как там работают, как там играют, точнее, задроты. И вы увидите то, что они, в принципе, такой же... Ну, так же примерно и страдают херней. Строят сначала вот это. Да потому что вот эта штука, она прилетает везде и быстрее к тому же движется. И, по-моему, радиус у нее больше, чем у остальных. Тебе хорошо, и крафтится очень быстро. Плюс множество есть приколов на вот этих вот... Как их... Как вас зовут-то? Ну, самолетика, в общем. Так, хорошо, первый чувак, ты вот это вот строишь. Второй чувак, который отсюда влетает, и еще одного строит. Где? Ну что, нашли моего пацана-то? Видимо, нашли. Да, нашли. Но, блин, да ты прям вообще охерел, что ли? Что-то так близко-то. Какая же срань. И что делать с ним? Слушай... А можем ли мы сделать вот такую вот историю? Давайте попробуем. Давай. Но это все равно компьютер, по идее. Ты вот идешь вот это вот достраивать. Блин, до сюда он может долететь. Так.
Тут с вами со всеми закончено. Идите тогда вот эту вот штучку постройте. Я сейчас делаю. Я вообще сейчас экспериментирую. Могу сдохнуть из этого. Из-за этого. Ну да и ладно, пока не будем им страдать. Я хочу просто посмотреть, а могу ли я его сейчас за несколько секунд разнести вот этой штучкой. Если смогу, то будет весело. Я не думаю, то, что он сейчас это все будет строить. Так, где мой чувак, который вот это вот все строит? Давай к тебе на помощь. Вот этот тот чувачок придет. Блин, я делаю на самом деле ошибку, которую сделал тот чувак в прошлой игре. Ну, не чувак, а... Ну, вы поняли, думаю. Так. Раз. И получается орбитальную херню. Ну, вот это вас. Так, хорошо. Ты, в принципе, с этим у нас проблем вряд ли будут. Ну, да и ладно, не суть. А где у нас чувак, который должен это путешествовать? Я и не понял, а ты где? А вот и говно, которое, кстати, сейчас будет за нами. Бегать тут. И нас донимать. Так, пацаны, а вы тут будете летать? И веселиться? Ну вот как-то вот так вот. Орбиталка. Ну он, блин, меня спалил, потому что я херню начал страдать. Он, по идее, сейчас может сразу же пойти строить вот эту вот противоорбитальную херню. Чтоб я его просто не уничтожил. Но мы-то тоже не дураки. Так, давай побыстрее вот эту штучку достроим. Она нам тоже очень сильно нужна. А то видишь, как очень долго все происходит. И смотри, вот тут уже говно летает. Которое, смотри, страдает. Ну и блин. Так, ты там достроишься? Нет, слушай, у нас очень большая проблема с металлом. Я зря вот это все придумал. Так, тогда вот этот чувак, ты, пожалуй, не будешь ничего делать. И все равно у нас проблемы с металлом очень сильные. Зря такую тему провернул. Ой, как зря. Так, это говно просто пока тупо исследует все это. Ну не, ничего такого прям сверхобидного у нас нету. Так, хорошо, пацан. Ты у нас сразу же идешь и строишь вот эту вот историю. Как-то вот так вот. Так, это у нас тут херня уничтожилась. Это не суть важно. Ты идешь у нас патрулировать вот тут вот сразу же. Ну, как только... Вот ты идешь. А, вдруг тут какое-то говно заспавнится. Так, еще одного делаем. Он нам пока нужен. Так, с металлом у нас опять очень сильная проблема, но мы вроде как что-то тут строим. Хотя смотри, у нас раз, два, у нас еще плюс 4 сюда. У нас 8, блин, металлостроительных штук. И все равно у нас минус идет. Что ж такое-то? В чем проблема тут главная? Так, хорошо. Потом ты иди. Ну, еще одну поставим, пусть будет. Так, ты долетел, ты где? Ты строишь. Ты молодец. Ну вот сейчас мы достроим, и все будет совершенно по-другому. Все будет очень сильно весело. Ну а что, можно так вот тащить, а что бы нет? Можем помочь им. А что так сильно тратить энергию-то? Я бы хотел бы посмотреть на график. Кстати, можно еще вот такую вот историю провернуть. Хотя нам не очень сильно это надо, но пусть будет. И на всякий случай будем смотреть, что там происходит. Да, хорошо. Ты там скоро? Металл у нас, блин, 43%. Херачится просто в никуда. Так, а знаешь, в чем проблема? А где у нас тут эта вся штука строится-то? А, вы тут пошли строить. Хорошо. А вы сразу же вот эту штучку построите. И вот эту вот. Хотя бы по одной, чтобы их просто тупо сейчас быстро не уничтожили. Вот реально тупо по одной. В надежде то, что они не обойдут нас с другой стороны, но да и ладно. Так, а тут нам нужно побольше построить. Потому что могут все уничтожить. Тут все-таки 4 металла. В чем проблема? Че так дорого-то все это строить? Так, подожди. Так, ты дурак, ты куда стреляешь? Вот эту штуку ломай. Я, конечно, понимаю. Ну все, короче. Геге. Ну он проиграл. Да, ему нечего делать. Больше ему ничего не остается. Он ничего не может сделать. Какая же жестокая игра. Так, хорошо. Вали, вот, а нет, вот этого чувака. Ну и все, пока, чувак. И ты ничего не сделаешь.
Да, вот такая вот жестокая тема. И опять же, если бы это сейчас было сложный уровень сложности, вы что там, хардкорный какой-то, то мы бы так вот не провернули бы. Это вообще очень рискованная стратегия. Как вы видели, у меня очень большая была проблема с металлом. И он на меня особо не дофигал. Чё? Игра превратилась в легкую херню, да? Вот сейчас такие скажете. Лаград, когда ты читер? Давай ты что-нибудь получше сделаешь там. Поддайся хоть как-то ему. Ой, ладно. Продолжаем. Чё нам дадут? Тут одна планета, поэтому так прокатывает. Так, хорошо, мы исследуем историю. Ну-ка. Технология орбитального производства. Технологии титанов. Но вот это, кстати, отдельная тема, которую бы я вам хотел показать. Точнее, главная история вот этого всего жизнеца, который тут творится. Так, ладно, я вам так, кстати, не показал этих ботов второго левела. Так что давайте вот до сюда дойдем. Хотя, блин. Проблема-то в том заключается, то что я бы это все сделал. Кстати, сколько времени-то прошло? Мы все это быстро затащили, по идее. Блин, понимаешь, в чем проблема? Я сейчас пойду на этого бота и потрачу дофига и больше времени. Ну ладно, давайте, как уж и быть. Битва. Посмотрим, что это такое вообще. Я на самом деле до этого не доходил, потому что обычно делал очень большую галактику.